Друзья, всем привет! Сегодня проезжал мимо металлоприемки нашей местной. Решил заехать буквально на секундочку, посмотреть там одним глазком, что к чему и почему. В итоге, примерно в среднем я там провел порядка 5 часов. Вот, что только народ не сдает. Так что, кому интересно, заваривайте чайку, делайте кофеек, может кто что покрепче там предпочитает, усаживайтесь поудобнее и посмотрите ролик до конца. И хотелось бы поблагодарить еще тех людей, плохо что нет обратной связи, конечно, которые поддерживают меня, мой канал финансово. Вот. Сегодня, мужики, я ваши денежки потратил на кое-какие запчастюрины полезные с металлоприемки. Выкупил металл. Вам, мужики, блин, огромнейшее спасибо. Ладно, хрыля, давайте посмотрим. Так, ребзики, на местном Клондайке. Приехал что-нибудь поискать себе. Вот это все аж до туда. И с той стороны, да? Надо все это обойти и что-нибудь себе нарыть. Вот люди тоже ходят, роют. Вон, УАЗик один остался. А где второй? Второй разобрали. Вот такая вот штукенция. Даже вот когти есть. Пожалуйста. И какая-то интересная штукенция круглая. Что тут только нет, просто капец, просто капец. Там крестовину нашел хорошую, мощную такую. Сейчас пошарахаюсь, может, что себе найду, какие-нибудь ступицы или еще что-нибудь. Вот наковальня точно такая же, как и у меня. Она тяжелючая, капец. Вон машины. Шестерка в распиле. Волга. Вон еще. Вот передок от машины. Там брать нечего. Шкив. Шкив на 450 на два ручья. Вон еще машина. Сейчас пойду туда гляну. Там рама от скутера 150 кубов. У меня он разбитый. Рама согнута. Может быть, и подойдет. Так, шестеренки, колодки. Может, ветер задувать, потому что тут ветер капец у нас сегодня сильный. Вот какая-то стойка. Что только не выкидывают. Это капец. Какой-то шкивочек небольшой под профиль А. Вот гидробак уже готовый, заливная. Так, смотрю, вроде все сварено из нержавейки или из чернухи, да без разницы. Здесь отверстие, ну, заварить его. Вообще готовый, литров, наверное, на 15-20. Чулок от моста лежит без полосей, без редуктора. Бери, укорачивай, ставь. Полося у меня запасные есть, редуктора валяются, чулков только не хватает. Вот, пожалуйста, вот она, шестерочка. Не знаю, забрать барабаны можно, чьи тормозные диски, да, на сцепление. Вот ключи, правда, с собой не взял. Карданчик готовый, уже даже от редуктора оторванный, вместе со шлицами. Так, снять, забрать. Поеду сейчас, наверное, за ключами, отобью его, сниму вот эту всю канитель, заберу. Пружинки вот тоже пригождятся всегда, вот эти.
педальные узлы у меня есть, они нафиг не нужны. Он даже фаркоп на машине стоит, готовый, семерка. Вот как-то так. Вот еще мост без полуосей, без редуктора. Тут все завалено, капец. Хомутики можно сдернуть. Что их покупать? Вот колеса мощнейшие, железные. Тачка какая-то была. Вот такие дела. Ладно, пойду дальше. Пойду дальше. Чего только нету. Вот шкивы. Профиль А, профиль... Ну, это Б, наверное, да. Примерно на 200. Вот полуось. Не знаю, похоже на Нивовскую. Даже вот какой-то редуктор. А что это подшипник здесь вот такой стоит? Что-то я не пойму. Я должен же стоять вот такого плана. Вот этот диск заберу. Девяточный. Он вообще офигенный, толстый. Выработки вообще нет. Движок почти комплектный. Вот двутавры, метра, наверное, по 4. Это сотка. Вот когда кран строил, хрен найдешь. Вот двутавр побольше. Это, наверное, на 200. И вот тут куски на 200. Вот обрезки труб, наверное, миллиметров по 6. Толщина стенки, наверное, метр 10 навскидку. 120 на 120. Вот сотый швеллер лежит. Все это на килограмм продается. Узнавал. Принимают по 25, продают по 50. Только что спрашивал. Вот чулок еще лежит. Без пробок, правда. Но тем не менее. Блин, надо заказать вот эту болгарочку. Сейчас бы вот так вот флянцы подпилил бы вот этих самые края. И все. И нафиг бы его вырезал тут. Потому что нужны бывают. И чтобы лишний вес не брать. Я уже второй круг делаю. Там нашел диск вот это и все. Девяточный. Вот маховик лежит. По-моему, даже со сцеплением. А может и нет. Нет, без сцепления. А дисков просто автомобильных. Просто капец. Капец. Там паренек, он велосипеды разбирает себе, наверное, на запчасти. Это просто капец. Ну туда ж не залезешь, блядь. Там все ништячки закиданы. Вот это что-то такое. Какая-то ступица. Ладно, пойду еще рыться. Так, мужики, ну машина вот какая-то, не знаю, лежит. Обрезок, да? Смотрите, что увидел. Кулиса тросиковая. Длина тросов, наверное, вот отсюда и вот до сюда. Надо их как-то достать отсюда. Как-то же они должны доставаться. Наверное, вот это крепление сейчас снимается, они туда по одному вылазят. Тросиковая кулиса уже в сборе, только вот на крепление прикручивай и переключай передачи вот, до 5 скоростей. Сейчас я ее вырву отсюда. Вот это вот отщелкнуть надо, крепеж, и тросики туда опустятся, и она достанется. Она открученная. Я приехал без ключей. И это только первая металлоприемка, мужики. Аж до здания металл туда. Сейчас поеду, там еще две мощнейшие. Вообще две мощнейшие там. Там выбора побольше. Ну, там они продают не на килограмм, а на штуки некоторые вещи. Вот, как-то так. Вот сцепление. Я не знаю, это хрен его знает, откуда сцепление. Вот какая-то сеялка, сажалка лежит, надо достать, посмотреть. Так, нашел, снял кулису, она легко снялась, ничего откручивать не пришлось. Вот.
Вот ключик нашел 22 на 19. Отличный ключ. Вот какой-то защелка есть, такая интересная. Не знаю, забрать, не забрать. Что она из себя представляет? Не, нафиг нужна. Вот, пол мешка гаек с болтами. Новые, мужики. Абсолютно новые, ни разу не юзанные, даже не ржавые. Сейчас, наверное, соберу. И болты такие мощные. Сейчас попробую такой купить. На килограммчик. Ну, сколько тут будет? Сейчас чайник какой-нибудь возьму. Или что-нибудь. Болты просто новенькие валяются. О. Пособираю. Так, мужики, ну холодильник вот такой. Да тут этих холодильников с запчастями, да? Ну ни одной ступицы не нашел. Вот задние, восьмерка, девятка, десятка. Что-то нету, не попадаются на глаза. О, какой что нашел. Подсос. Ну, подсос не обычный, а такой вот. Плавный, то есть его можно регулируешь так, как тебе надо, да? Выставил. Но при этом он работает и так. И так работает. И можно его поставить вот сюда в паз. И он такой вот регулируемый. Газку добавил, убавил. Вот такая штука, наверное, заберу. Он ничего не весит. Вон пол кастрюли, болтов и гаек. А тут еще что-то видел где-то. О. Ключик 17-19. Почистится новенький. Будет на. Так, ничего интересного больше. Ну, такой ключ мне нафиг не нужен. Вот такой ключ тоже не нужен. Так, нашел еще один ключ 30 на 27. И вот такую кулису. Только уже не на тросиках, а на трубках. Примерно длиной до сантиметров 70, наверное, 60. Точнее, вот отсюда до края, наверное, сантиметров 70. Все ходит, двигается влево-право. Ничего вроде не сломано. Ну, пыльник порванный. Ну и все. Даже пружинка на месте. Можно карабас вот там, чтобы был. А переключалочка где-нибудь под ногами, да? Возле сидухи. Наверное, заберу. Так, вот 99-я распилена. Ну, была поближе, конечно. Была поближе. Рулевую рейку бы забрал. И вот эти вот нижние рычаги, где шаровый крепится. Но так лезть туда не дюже хочется. Наверное, уже хорош. Там килограмм, наверное, 15-20 насобирал. Вот на полтинник надо будет умножить. Так, мужики, ну, может быть, кому-нибудь на узел перелома. Блядь. Вот такие шаровые есть. Вот такие. Ну, то есть, вот рука. Вот она, консервная крышка, да? Вот он, узел. Узел перелома. На таких шаровых точно не вырвет ничего, мужики. Звездочка прикольная. Вот это тяга. Палец тоньше, чем самотяга. Капец, капец. Ой, так, все, поехал я взвешиваться. И поеду на другую приемку. Не знаю, там разрешат поснимать, нет. Но здесь меня как бы знают. Уже не обращают на меня никакого внимания. Вся мои вкусняшки уже зарытые вот там внутри. Надо раньше было приезжать, когда это все постепенно растет. А так проезжаешь раз в месяц. Не получается. Да, что-то стоял там глазами поверху. А вот они, сегменты, мужики. Можно сказать, новые. Они ни разу не работали, судя по этому. Да не, работали. Работали. Сегменты. Вот еще ножи, смотрите какие. Это на роторную косилку, наверное. Тут сталь у них сумасшедшая. Вот этот ножик на бумажке был. Но тоже они работали, потому что тупые. И тут их... Ой-ой-ой-ой-ой, сколько. Так, вот ножи на крупорушку. Рушить зерно. Такое ощущение, что ими ни разу не работали.
кто-то сдал, да и все. Так, мужики, ну все, никак не уеду с этой приемки. Карабас никому не нужен. Я не знаю. С КамАЗа, наверное. Вот здесь понижение будет вообще четкое. Не надо там шкивы мудрить. Я имею в виду. Сразу, напрямую. Двигатель, мост. И все вот это в раму. И веса хватит, и тяга будет. Как-то так. Он размером с холодильник, эта коробка. Так, вот какой-то каркас, наверное, с генератора. Судя по тому, что там масса какая-то. Вот, для массы. Наверное, со старого военного на подушках крепление. Ну вот, готовая тупо. Да, она нездоровая. Она вот отсюда до сюда сантиметров 70, наверное. Вот. Уже готовая морда на трактор, да? Ставь двигатель. Там или что там еще, да? Уже он там спрятался. Размещай. Все согнуто, все сварено. Везде присутствует крепление. Вот. Ну, она немного-то и весить будет. Ну, просто я не знаю. Выкидывают такие вещи, не понимая, куда их можно применить, да? Вот. Отличный вообще вариант. Вон, на подушках. Вот, как-то так. А вот еще черный тоже корпус с генератора, с маленького. Готовый корпус под двигатель. Он уже там просверлено все это. Крепи и все. Вот такая штука уже есть. Швейная машинка Зингер. И вон еще одна. Но то русская. Под хохлому разрисованная. Вот такая вот штукенция. Колесо на мотоцикл заднее, но без покрышки. Вот, а говорят, люки не принимают. А вот они, люки лежат, чугунные. Вон толрыбчик лежит, заметил. Вот такой. Опа! Ржавый капец. Но толрыбчик. Так, нарыл с мотоблока. Вот здесь, наверное, рога крепятся, да? А вот это поворотная часть. Какого-то мотоблока. Такая нездоровая. В принципе, можно забрать. Куда-нибудь использовать. Что, фиксатор есть. Где-нибудь на верстаке закрепить здесь какую-нибудь поворотную часть, да, для тех же самых тесов. Да куда-нибудь. И вот еще седуха. Вот она на креплении. Видать, какой-то или тракторец был, или тоже что-то к мотоблоку. Какая-то причандалина. Видно, что сиденье железное. А это рама была. Вот так вот. В общем, тут еще капец и капец. То, что я еще не разглядел. Не знаю, забрать, не забрать. Может, даже и заберу. Так, мужики. Чудо-ключ. Чудо-ключ. 14-17. Вот так вот сваренный. И вот так, и вот таким образом. Как бы его показать. О, еще сделанный. Ну, самодельный. Самодельщик, наверное, был еще тот. Вот такие вот встречаются вещи. Так, ребятки, вот еще колесо с велосипеда. Обратил внимание. Спицы, наверное, проволока шестерка, приваренная к той фигне центральной, да, как ее там правильно называется. И прямо к ободу. Вот это все проволока, приваренная к колесу. Представьте, какой можно груз на ней таскать и не бояться, что спицы там согнутся там или еще там что. Вот это самодельщик тоже был такой мощный парень. Вот, не искал легких путей, так сказать. Так, мужики, смотрите. Заехал на другую металлоприемку. Ну, тут поинтереснее, чем там. Есть гидроцилиндры. Вот этот хозяин говорит, где-то за двушка будет стоить. Но я не мерил шток, не мерил ход. Но остальные чуть подешевле будут. Вот вообще маленькие есть. Вот. И смотрите, что еще есть. Есть гидромоторы вот такого плана. Я не знаю, вот здесь виднее.
где-то, говорит, тысячи по полторы. Вот такие. Не знаю, рабочие, не рабочие, но имеются. Коробка. Мотоцикл тоже 1500. Либо Днепр, либо Урал. Короче, такая. Ключей просто тьма тьмущая. О, любой вкус и цвет. Даже есть разводной. Вот еще гидроцилиндр лежит. Но я думаю, здесь это не на расхват. В любое время можно приехать и что-то порыть. Там сейчас коробки еще. Вот еще крестовина интересная. Спаренная с двух сторон. И вращается туда-сюда. Ключей просто тьма тьмущая. И утюгов. Вот, пошел еще полажу. Так, мосты. Мосты. Ну, вот это похоже на волговский, да, или что-то такое старого какого-то образца, не знаю. Коробка газоновская, судя по всему. Там одна ушатанная. Это еще вроде переключается. Вот. Газоновская карабас есть. Но цену я не спрашивал еще. Вот еще карабас газоновский. Но он что-то совсем какой-то печальный. Вот. А вот сидуша, смотри, какая он, блин, собака. Какая сидуха. Точнее, механизм. Механизм уже готовый. Подрессоренный. Сплав алюминий. Двигатель. Коробка. Там еще одна шестерочная коробка лежит. Прикольно. Бензопила. Комплектная, будем так говорить. Даже шина есть подпружиненная. Комплектная бензопила. Заводилки только не вижу. И куча, просто куча. Смотрите, вот этих культиваторных стоек вместе с креплением. То есть вот эти крепления тоже есть. Вот такие есть. То есть вот это все культиваторные вещи. Вот клыки, а это вот стрелы, чтобы прикручивать. Но стрелы здесь здоровые. Вот какая-то такая непонятная стрела. Короче, на навеску самый раз. А эти вообще новые. Ни разу не использовали. Вот такие вот. Нигде даже краска не облезла. Вот какие-то штуки. Там даже ценник нарисован. Или что-то такое. Так. Короче, вот это... Не знаю, что это за катушка. В общем, смотрите, есть на руль гидрач, то есть колонка гидро, ну понятно, да, вот такого плана, правда, здесь они обрезанные, но тем не менее подход шлангов, а здесь уже сама эта фигня, гидроусилитель, да, будем так говорить, вот, есть вот такая штукенция. А газель в разборе, машина гудит. Сидушки прикольные. Вот эти тряпки снять, они там новые, елки-палки. Они маленькие на трактора, как раз тут их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать штук. И ну половина из них никуда не пойдет. 100 рублей за килограмм. Продают. Ключ взял вот такой, 140 рублей. Итак, сегодняшний улов. Я не знаю, сколько тут килограмм болтов и гаек. Ну, прикольно. Они новые, еще ни разу не юзанные. Даже не ржавые. Вот такого и вот такого плана. Ну, это, наверное, скорее всего, на 14. 5,8. Ну, пойдет.
на 14, а вот эти болты, возможно, даже на 18. Ну, по крайней мере, похоже, не мерил. Так, пару вот таких штукенций хочу приладить их на окна, так, чтобы они при открытии поддерживали. Ну, как крышка на багажнике. Они тяжелючие, капец. Ну, посмотрим, либо по одной, либо с двух сторон. Это чисто попробовать. Так, ключей немножечко. 5 штук, да? 5 штук ключей, один разводной. У меня такой есть. А, вон он висит. Вот. Подсос такой интересный. Он вообще ничего не весит. Вот. Именно регулируется путем завинчивания и развинчивания. Не знаю, пускай будет. Может быть, для каких-то целей пригодится. Карданчик короткий. Все-таки я его снял вместе со шлицевой вот этой частью. Она, ее тут отрезали, да и все резаком. Вот. Это такой, такая вещь. Поедет на разборке, так там цены ему не сложат. Вот. Диск тормозной девяточный. Вообще не износа. Никак. Нет. Толстенький. На сцепление пойдет. Так, вот такую лебедочку мне стало что-то жалко. Мужики, вообще жалко. Короче, забрал я ее. Не знаю, почем она, можно взвесить ее. 50 рублей килограмм. Вот такого червячного типа. Ну, тут, конечно, у нее редукция просто капец. Это... Не знаю, куда ее применить. Но что-то мне стало жалко. Здесь крюк есть. Тросик нормальный поставить с крюком. И может быть, как дополнительное, такое что-нибудь легенько приподнять, потому что ну, слишком тут редукция сумасшедшая. Так, вот эти вещи забрал. Кулису на тягах. Разберемся, короче, как они тут работают. Ой. Так, лево-право, вперед-назад, все. Работает. Корпус вроде бы весь целый. Ну, пыльник потресканный. Ну ничего, не важно. Для самоделки пойдут. Тросиковая кулиса. Вообще шикарная. Мужики, шикарнейшая тросиковая кулиса. Разберемся с ней. Что к чему и почему здесь. Поправить надо. Вот. И бонусом заехал на третью металлоприемку. И там металла, конечно, не так много, но выкупил вот такую вот штукенцию. Это плуг. Копать картофан. Регулируется угол положения. Но вот здесь вот не хватает скобы, которая цепляется за навеску. Будем говорить, некомплектный. Так, а что-то я, мужики, подумал, что здесь должна быть скоба. Не должно быть здесь скобы. Вот сюда ставится как раз в мотоблочное и пальцами штыкерится. Там три положения, да? Вот. Так что здесь не должно быть. Значит, получается он комплектный. Ну, за исключением шариков, да, на рычагах. И вот здесь вот нет прижимной пластины, чтобы он не выскакивал. Потому что вот здесь он рассоединяется. Вот. Отлично. Отлично. А так угол атаки задается. Отлично. Здесь я не знаю, что это за рычаг. Здесь тоже задается угол. Здесь эти раздвигаются шире, уже. В общем, по планке, по пластине. Вот здесь он снимается, настегивается вот так вот. Раз и на две половины. 950 рублей отдал за него. 19 с лишним килограмм вышло. Вот. В общей сложности за вот это, пол коробашки гаек отдал 2340. Вот такие вот дела. Ладно, на этом будем заканчивать. И так долго получилось. Все, всем пока.